Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вручил студентам сертификаты на именные стипендии. Молодые люди получили гранты в 11 номинациях. На торжественной церемонии побывал и наш корреспондент. Лауреатами краевой стипендии стали 33 студента разных вузов Красноярского края. Сумма ежемесячного поощрения возросла до 7 тысяч рублей. В то же время увеличилось и количество конкурсантов. В этом году на стипендию претендовали 109 человек. Церемония началась с приветственного слова губернатора края Льва Кузнецова. Глава региона поздравил лауреатов и пожелал на достигнутом не останавливаться. Вручение сегодняшней стипендии – это не только раздача денег, это очень важно признание ваших заслуг. С другой стороны, это те ожидания дополнительные, которые мы в целом на вас возлагаем. И я уверен, что вы справитесь. Я уверен, что действительно вы станете профессионалами, которые будут достойно вносить лепту в том, чтобы наши города, наш край становился лучше. Один из стипендиатов – Никита Вальянов, студент 5-го курса факультета журналистики Сибирского федерального университета. Победитель многих фестивалей, проходил производственную практику и в печатных изданиях, и на телевизионных каналах. Кстати, там его уже ждут на работу. Осталось только потренироваться над голосом. Вот и стипендия – еще одно подтверждение его заслуг. Пусть это небольшая, но все же приятная заслуга за твою деятельность, за то, что тебя оценили и оценили не... Оценили на таком высоком уровне сам губернатор, конечно. Очень приятно. Кстати, Никита – сирота. В 9 лет потерял обоих родителей. Но эта трагедия его не сломила и не помешала хорошо учиться. Свое призвание к журналистике он ощутил еще в кадетском корпусе, где учился 7 лет. Говорит, эта профессия требует определенной дисциплины. Преподаватели отмечают, именно это и помогло ему добиться признания. Это пример как раз студента, который упорно работает не только в сфере учебы, но и в профессиональной деятельности. Дело в том, что только на конкурс он представил порядка 100 публикаций. То есть это разные телевизионные материалы, статьи, газеты. То есть, конечно, вот хотелось бы, чтобы наши многие студенты, ну все студенты к этому стремились. И вот таких, как Никита, было намного больше. За 9 лет именной стипендии были удостоены более 400 студентов. Всего они получили 14 миллионов рублей. И с каждым годом количество претендентов неуклонно растет. Кирилл Белык, Николай Островский, новости.